Привет, меня зовут Антон, вы смотрите Channel of Apple. И сегодня мы рассмотрим новый аксессуар для iPhone. Это макрообъектив. Он служит для того, чтобы сделать отличные макросъемки с вашего iPhone. Давайте посмотрим, как это сделать. Посмотрим, что из себя представляет этот девайс. Начнем, посмотрим. Вот в такой вот упаковочке приезжает наш объектив. Мы его купили на eBay. Давайте посмотрим, как выглядит сам наш объектив. Вынем его из коробочки для этого. Здесь у нас пакетик с какими-то аксессуарами для нашего объектива. Картонка с краткой инструкцией. И сам объектив на пластмассовой подставке. Значит, на картонке в кратком виде представлено, как пользоваться этим аксессуаром на китайском и английском языке. Ну, отложим пока эту картонку. Давайте посмотрим все же, что у нас лежит в этом загадочном пакетике. Раскроем его. И вынем оттуда содержимое. Здесь у нас петелька для телефона, чтобы, видимо, носить наш объектив, когда он у нас не прикреплен к камере. Это, видимо, адаптер, который клеится на телефон. Здесь специальная прорезь под вспышку для айфона. И на бумажке у нас представлена инструкция, как установить этот аксессуар на наш iPhone. Не знаю, для чего вот эта петелька, если на iPhone нет ушка для того, чтобы носить его. Этот адаптер крепится на заднюю крышку iPhone, где у вас располагается камера. То есть он непосредственно приклеивается, здесь у него клейкая лента. Я бы не рекомендовал его приклеивать, если вы хотите в дальнейшем продать свой iPhone. А приклеить этот адаптер, например, на пластиковый кейс. Для этого у меня как раз есть пластиковый кейс для моего iPhone 4. Сейчас я вам продемонстрирую, как выглядит видео с нашим аксессуаром и без него. Сейчас я веду запись непосредственно с камеры iPhone. Запись идет без объектива. Давайте подключим наш объектив. Тот самый адаптер был простым металлическим кружком, который взаимодействовал с магнитом, который установлен на самом объективе. То есть объектив просто прикрепляется как магнит к камере iPhone. Давайте подключим. Как вы видите, сейчас уже на нашей заглушке проглядываются какие-то символы. Если мы уберем, то все становится мутно. Добавляем объектив, уже как-то проглядывается. То есть эффект от этого объектива действительно есть. Давайте сфокусируемся на нашей картонке, которая шла вместе с нашим объективом. Подключаем объектив. Качество заметно лучше. Как вы видите, данный аксессуар действительно неплох в использовании. Сегодня мы познакомились вот с такой вот крутой штукой для камеры нашего iPhone. С помощью этого объектива вы можете делать крутые снимки, как на дорогих зеркалках. Можете легко отсоединить этот объектив, положить его в какое-то другое место, а iPhone взять с собой. Дальше будут все более крутые обзоры на другие аксессуары для iPhone, iPod или Mac. Чтобы не пропустить ни одного обзора, подписывайтесь на наш канал. Ставьте новые лайки под видео.
Вы можете читать мой твиттер, подпишитесь на него, если хотите. Пишите ваши вопросы на нашу электронную почту. Спасибо за просмотр. До свидания.